так по 2 часа 3-4 раза в неделю. Столько Артемий проводит в тренировочном зале, чтобы достойно представлять Соликамск и Пермский край на соревнованиях различного уровня. Недавно молодой человек вернулся из Казани, где стал бронзовым призером Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Два боя я выиграл хорошо. Первый был самый нормальный, легкий, а вот в третьем бою просто более переволновался и уже выиграть не смог. Больше не хватило поддержки тренера. То есть я ездил один, поддержки не было. Бой за третье место вы сейчас видите на своих экранах. Всего Артемий провел 3 поединка среди участников весовой категории 75 килограммов. В двух боях одержал победу. Отметим, что в первенстве приняли участие более 150 юношей, сильнейшие боксеры из 8 областей и 7 республик Поволжья и Урала. 4 последних года тренирует Артемия Дмитрий Матвеев. Под его руководством спортсмен в прошлом году стал вторым в крае, в этом году первым. Только личный пример тренера способен мотивировать спортсмена на результат, уверен Дмитрий. Поэтому на каждой тренировке он вместе со своими воспитанниками выкладывается на все 100. Бокс – это не только битье кулаками, да, как все думают, то есть надо прийти на бокс, научиться драться. Нет, это не драка. Бокс – это вообще язык тела. Я призываю всю молодежь, и девочек, и мальчиков, и женщин даже, и мужчин, чтобы занимались спортом. И, конечно, стремились к большему. К примеру, Артемий считает, что главные победы и достижения у него еще впереди. Хочу попасть на Европу. То есть и на России побывать тоже хочу. Стать мастером спорта в этом боксе и, попасть на высокие соревнования. Пожелаем удачи всем спортсменам нашего города. А если вы решили заняться боксом, ищите информацию о боксерском клубе «Ринг» ВКонтакте. Евгения Пантелеева, Владислав Кириченко, телекомпания «Соль ТВ».